Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Рустенда. Я продолжаю прохождение Return to Dinosaur Land. Это ромхак от Super Mario World. Короче, в прошлой серии мы прошли полностью четвертый мир, снежный мир. Я думал, он как-то будет дурацким и сложным. Оказывается, было все наоборот, что он был легким и крутой мир. А теперь мы в каком-то шоколадном мире. Это... Часть должна быть пятым миром. Мы видим домик привидений. Так, этот уровень желтый. Да, желтый, хорошо. Значит, нам не надо смотреть на секретные выходы. Просто проходим и все. О, тут динозаврики. А, точно, Костя же говорил, что это Алёша. Хотя бы они вообще не похожи на Алёшу. Бум. Давай-ка берем костюм, идем дальше. В Mario World это был обычно шестой мир шоколадный. Там была Венди. А здесь кто у нас будет? Рой или кто? Увидим. Дойдем до замка и увидим. Или Игги, или Лерри. Я даже не знаю, кого мы уже завалили. Но зато тут мы получаем... пару жизьки. У нас уже 48 жизьки. А, вот это внизу не очень красиво здесь. А. Фу. Они могли бы верхнюю часть взять и как-то повернуть. Было бы намного покруче, чем эти серые блоки цементные. Заходим в трубу. Так, тут что у нас? A unit to use a pea balloon to cross this pit. They last only short time now from the block of across. Ой. Pea balloon опять. Хотя бы можно было и с костюмом просто пролететь, да? Так, здесь еще один. Следующий будет. Но я немножко подожду и возьму его здесь. Я сдох. Ладно, ладно. Это будет первая смерть. За 2,5 минуты только. Что-то мало. Черт. Я хотел бы покруче сделать это. Ладно, тогда вот так. Ладно, и вот здесь мы возьмем его. Хотя бы тут можно получать жизни тоже, да? Вот так, а теперь здесь в обкружную и дальше летим. Лети, Марио, лети тут. Ну и... А теперь быстро! Друзья, еще переживаю это место. И мы получили жизнь, как будто мы даже не теряли жизнь. Окей, хорошо, вот это нормально. Ой, блин. Меня еще зажмут тут. Черт, а что мне делать? Мне надо... Выживаем, выживаем. Боже мой, идите, отвалите вы от меня. Уходим, уходим, уходим. Просто уходим куда подальше от всех врагов. Ой. Ну это можно было сказать как полегченный тубуляр был уровень из Special World, Mario World, который был. Так, желтый уровень, ладно. Только у меня пауэрапов нету. Это очень печально. Но зато мы прошли этот уровень. Это уже хорошо. Так, здесь надо проверять ноутбуки, потому что может быть что-то там быть. Ладно, ладно, вот так будем делать. Так, была бы у меня звезда, я бы мог бы столько жизни сейчас тут набрать в этом месте. Или этот серебряная кнопка. Точно, 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 точно. Лакита. Нет, нет. Спасибо за жизнь, но я ее брать не буду. Потому что он начнет кидать с этими спайни. А зачем они мне нужны? Я лучше вот так просто буду проходить и буду стараться не брать его жизнь. Ага,
Был бы у меня желтая кнопка, я бы мог бы туда зайти. Но у меня нету этой желтой свечи. Черт, я взял. Я не хотел брать. Лакита, что с твоей стучкой? Смотри, твоя задница, видать. Иди отсюда, вот, подальше. Иди, 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 иди. Не трогай меня. Ладно, надо его убить. Вот так. Берем твою тучку и летим с ней. Куда? Подальше. Давай к финишу сразу. Финиш, 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 финиш. Подождем, подождем, подождем. Ладно. Звездные очки мы не взяли, но у нас 50 жизни. Хорошо. Но зато у меня грипп есть. Это уже что-то значит. За почти 6 минут мы прошли уже 2 уровня. И у нас одна смерть в этом, в этой части. В прошлой серии у нас, кажется, не было смерти, да? Нет, прошлой нет. Позапрошлой было, да. Одна там всего лишь, ладно. За... 2-3 части, только 2 фейла, это еще как-то можно простить. Так, ага. Здесь какие-то археологические раскопки тут. О, давай-ка мне цветок с собой. Так, жаль, что я не могу эти кости сжигать тут, было бы прикольно. This hot cocoa is extremely hot, do not try to swim in it. Right, расквозь. Ага, это я знаю. Это выглядит как какао, да? Или капучино. Ну, мы знаем, что это лава. Что нам нельзя сюда наступать, в эту лаву. И не стараться не плавать в ней. А то мы умрем. Вау, я думал, дальше еще будет... Можно будет поездить на ней. Оказывается, нет. Так, ну-ка. В трубы можем заходить? Это же желтый уровень, да? Не красный. Если был бы красный, тогда бы нужно было стараться в эти трубы заходить. Это теперь так надо? Окей, это тут надо успеть. А то эта штука исчезнуть можно. Да. А потом назад вернуться невозможно будет. Окей, цветы из лавы выпрыгивают. Окей, а как они живут здесь? Даже монета по лаве ходит. Охренеть. Сюда. Так, у меня 30 монет нету, чтобы жизнь-ка была. Ладно, пофигу. Давай-ка к финишу. Чтобы закончить уровень. И мы прошли этот уровень. Блин, это что-то очень крутой ромхак. Мне нравится. Вот такие вот ромхаки, они очень прикольные. Потому что их можно играть спокойно без сейфов. И они не такие сложные. Это же не такие вот ромхаки, как Кайзу или там... Куля Куль или что там еще есть? Pit of Death, блин, вообще совсем дебильный ромхак был. Pit of Death. Его даже невозможно было пройти. Потому что там надо разные гличи использовать. Так, здесь монета динозаврика, мы ее возьмем. Потому что я ее видел. Из-за этого я ее возьму. Так же, как и эту монету мы возьмем с собой. Так, тут теперь мне надо с разгона немножко. Так. Зачем я должен наступать на эту кнопку, если я могу и так пройти? Логика, да? Логика игры. Они ставят и такие блоки, и такие. Ага. Кажется, нет. А то я думал, там что-то появятся какие-то блоки, когда я нажму на кнопку, да, и... И что-то будет. Coin can be controlled with the pit. А, это такие. Змейка.
О, динозаврик! Ла 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 ла. Ай! Как так? В смысле? Уиу! Нет! Уиу! Воу! И сюда. А то мне пришлось бы отпрыгнуть от динозаврика, чтобы динозаврик в лаву упал, а Марио был на другой стороне. А зачем я буду убивать динозаврика? Дюм. И этот уровень прошли. Конечно, Фью Уит. Это Марио любимые сказочки. Блин, тут же секретный выход есть. Мне нужно назад идти в этот уровень. Ладно, пойдем. Будем искать теперь секретный выход. Где он тут находится? Я даже сам не знаю, где тут может секретный выход находиться. Но мы будем все смотреть. Так, а внизу здесь лава. Будем теперь не спеша играть этот уровень по-новому и смотреть, где тут что-то может спрятано быть, которое должен выглядеть как секретный выход. Так, а где тут может что находиться? Я пока ничего не знаю, где он тут есть, этот секретный выход. Ну, кажется, если что-то найдем, тогда уже видно будет. Так, здесь чекпоинт. Значит, вначале ничего не было. Если где-то секретный выход должен быть, то он где-то здесь после чекпоинта должен быть, да? Ладно, пойдем-ка мы без динозаврика дальше. Мне кажется, эта труба что-то даст. Погоди. Ой, блин! Че, серьезно? А? Это сложно будет, да? Если так делать. Ладно, надо как-то стараться. Ладно, будем как-то вот так, как-то. Блин, это было бы чересчур сложно, да? Если мне вон ту змейку нужно было сюда тянуть. Это было бы вообще хардкорище. Но мне кажется, что это и есть то, что мне надо делать. Или? Или не так? Ладно. Ладно. Мне кажется, что это так и надо делать, да? Блин. Тогда мне придется этот уровень по-новому играть, или чё? Да, мне кажется, это и есть, который мне змейку туда надо тянуть. Как бы это мне сделать? Здесь где-то есть черепаха или что-то такое. Ладно, попробуем по-новому. Стараться как-то найти этот секретный выход. Потому что я думаю, что этот секретный выход будет сложный. Если это так, со змейками, тогда я буду делать F5, чтобы перемотать назад. Но это не будет сейф, но это будет просто перемотка назад. Если мне действительно нужно будет вон ту змейку туда, в то место ее как-то, чтобы она там была. Но мне кажется, что это мне действительно так и надо будет делать. Черт! Ладно, а как это сделать? Вот здесь она как-то должна вот здесь пройти и как раз к трубе, да? А как бы мне это сделать? Ну
Ну-ка, вот так. А, вот так надо. Ну-ка, она успеет? Нет. Нет, я хочу, чтобы она вот здесь сошла. Вот так. Вот так. Ну-ка. Мне кажется, вот так надо. Извиняюсь, что я сейчас перемотал был назад, но, понимаете, это... как-то сложно было сейчас. Да. Ну, блин, 1000 раз один и тот же уровень проходить, только из-за этой змейки, а теперь мы можем сюда зайти, в эту трубу, да? И здесь, кажется, и есть секретный выход, да? Если он здесь. Хотя бы я не знаю, он здесь действительно или где-то в другом месте. Ну, пока я думаю... Да. Я так и думал, что это так. Да, это было как-то уже не очень легко. Одна. Ладно, давай ее сюда. Хорошо, что я быстро догадался, что мне нужно делать. Я даже и не подумал, что так надо делать. Yellow switch. Ладно, поехали. Че? А, ладно, уже пофигу. Там бы луна была бы. Да мы и так набрали себе уже очень много жизни. Я знаю, что это вам не очень круто, что я перемотал был назад в том месте, но, блин, это намного крутее, чем я буду проходить один тот же уровень, блин, 1000 раз подряд, пока мне это получится, вот так со змейкой сделать. Я вначале думал, что если... зачем я буду кнопку нажимать, если там можно по мостику пройти? Я думал, что там появится какой-то блок... Там возле трубы, что можно прыгнуть и зайти в трубу. Оказывается, нужно было вон ту змейку туда тянуть, чтобы она туда ушла. Ту-ду-ту, ту-ду-ту, чокопензолина 2. 5. И тут тоже обратно. Нет, Монти, что ли? Зачем? Зачем они мне нужны, эти Монтис? Я их ненавижу. Значит, тут и большой будет этот мегамол, да? О, костюм! Спасибо! Я очень рад. Ах ты, скотина! Я только рад был, что мне костюм дали и сразу отобрали. Ага. Кажется, я уже понял, что надо делать для секретного выхода. Но у меня отобрали костюм. Это очень жаль. Или я где-нибудь тут еще один получу. Куда? Блин, джамп! Ненавижу вас тут. Ладно. Тогда может еще что-то получиться. Ладно, тогда мы сделаем вот так. И отсюда, да, мы можем полететь туда-назад. Да? Потому что стрелка показывает туда-назад. Вот сюда. Но у меня нету ключа. Но зато мы уже одну часть решили этого секретного выхода. Так осталось найти еще ключ. А где он тут может быть? Он, если что, он может где-то тут внизу быть. Этих враги, блин, а тут много. Или он где-то здесь, а в блоке находится. Да, блин, а... Нет. Идите бы от меня куда подальше, в задницу. Так, тут ничего и нету.
Значит, ключ должен где-то в другом месте лежать. А где он точно может тут находиться? Конечно. Один блок я проверил, а другой нет. Зато сейчас за место 50% решения загадки этой секретного выхода будет 100%, блин. Если только Марио не просрет свой костюм, но я думаю, сейчас уже ничего и не произойдет. Как раз хватило места, чтобы он долетел сюда. И... ключ затолкал в замок. А, это нам и нужно делать так. Choco-Ghost House. Не-не-не-не, это еще рано. Надо этот уровень, стандартный выход сделать. Так, ну здесь я могу полететь сразу сюда наверх, дальше. О, давай-ка мне жизняку сюда. И здесь, я думаю, пролечу до того места, где мы нашли ключи. Это вот здесь, а? Здесь, а здесь. Теперь я буду нормально играть. И не буду через весь уровень пролетать. Идите вы от меня к черту. И тут уже финиш. Да ну нахрен, такой короткий уровень. Если б знал бы, я бы мог бы через весь уровень пролететь.